Так, добрый день всем. Вот он мой канал, видите, и меня вернули к жизни. Смотрите, все включено. То есть, зачем я вычистил канал? Я убрал там все, что нарушало, это раз. Второе, монетизация, конечно, мне была не принципиально, потому что там эти копейки, которые платят, они мне не нужны, но почему вот снимаю видео? Сейчас есть какая-то уверенность, что у меня канал завтра не накроют, потому что он прошел полностью проверку, мне даже вернули монетизацию, то есть я дальше работаю, я дальше гружу, все естественно, кроме снаряжения патронов. Поэтому на канал я верну все, снаряжение патронов естественно, отложу в отдельную папочку. Вот. И что еще? Потерялся у меня тест Gemini. Все, кто отстреливал, помнят. Результаты я тоже помню. В принципе, я могу выложить, по крайней мере, на мелкой дроби, вот такой табличкой. Там Gemini, длинная насадка там была, и XF. Результаты я помню по резкости и по количеству дробин. По крайней мере, на дроби 7,5. Если интересно, могу выложить. Ну, куда-то делать видео, не знаю. Либо оно не скачалось, либо оно просто тупо, не знаю. В общем, не нахожу я видео. Именно теста Gemini. Распаковка есть, а видео нету. Собственно, вот что хотел рассказать. То есть, у меня теперь здесь все хорошо. Я надеюсь, и дальше так будет. Видео верну все, там есть интересные и по УПСам, и по отстрелам. И, в принципе, можно даже дальше уже делать отстрелы. В начале видео вот так вот ложить патрон и говорить, или писать прямо на бумажке, даже скрин, фотку там какую-нибудь сделать с патроном Сокол, ПК, там то-то-то-то-то. И дальше пошел отстрел, чтобы было понятно. Даже не надо, это и плюс, не надо лепить отдельно, а где снаряжение было там, отстрел нашли, а снаряжения нет, потому что и прочее, прочее. Единственное, что сейчас будет плохо, я, конечно, буду блоками сейчас грузить, это все видео раньше шли последовательно, сейчас буду грузить, вот если есть у меня там УПС от лесного, все я их загружу, один за одним, то есть блоком, потом пойдут другое, другое, то есть, ну, уже не вернуть так, как было раньше, поэтому, ну, кому не интересно, не смотрите, кто, кому интересно, еще раз посмотрит. Ну, а там дальше, я думаю, тесты какие-нибудь будем дальше делать. Есть в планах много чего, вот, вплоть до смены ружей, если те заберут, и другие калибры в планах купить, ну, в общем. И биноклей сейчас идет еще много. Кстати, я в другом видео расскажу, мне получилось отжать, так сказать, прицел. Нехорошо, ну не то, чтобы нехорошо, но получилось как-то, ну, в следующем видео. Вот, поэтому мне один бинокль на халяву упал.